Всем привет! А Фэмили на связи. И мы возвращаемся. У нас очень много... Навалилось, да? Нет, очень много... Навалилось. Очень много всего произошло. И в первую очередь это была... А, кстати, сессия надо было сидеть. Вот что надо было сделать. В первую очередь, это моя сессия. У меня началась сессия с 22 мая до по 6 июня, и эти две недели я просто была полностью погружена в сессию, потому что не было ни минуты свободной, потому что постоянно нужно было сделать то задание, это задание. Компьютер один был полностью занят мной, плюс у нас было все на дистанционном обучении, так как в универе был ремонт. Поэтому компьютер был занят. И теперь переходим к компьютеру самому. Как оказалось, что если пользоваться хабом для ноутбука, то это чревато последствиями. И, короче, получилось так, что у моего ноутбука что-то там где-то там сгорело, и нужно менять процессор, чтобы работали входы эти все USB. USB-шки, короче, сломались. Просто так что-то там сломалось, перегорело. USB-шки не работают. Не хватает энергии, чтобы работала мышка сама. И, короче, он сказал, либо тридцатник мы вкладываем, либо через Type-C мышкой пользуемся. Да. Вот. Но мы это все почти неделю, чуть больше недели ждали, потому что он там ее разбирал, что-то там вот это Aspecto Patronus. Вот, и в итоге... Деталь еще ждал. В итоге сказал, что ничего менять не будет, если мы хотим, у нас есть 500 миллионов долларов, то он может нам поменять. Но мне кажется, уже новый компьютер лучше купить. Вот. Ну и последнее самое... Нет, еще не закончилось с компьютером. Я это не говорю. Поэтому USB-хабы, которые есть, нам посоветовал Тёмин брат. То есть я. Колин, брат Тёма, он сказал, что USB-хабы лучше брать именно, которые идут в розетку, чтобы USB-хаб ел энергию не самого компьютера, а питался от электричества, от розетки. То есть. Вот. Как мы будем стримить сейчас? Я думаю, будем стримить именно на моем компьютере, да? Ну, скорее всего, мы будем стримить так, что меня будет слышно через звук Fortnite и все, через игру. Мы не будем подключать, нагружать тебя. То есть у тебя будет подключена вебка, наушники и мышка. И то наушники, наверное, сделаем через 3.5, чтобы не нагружать. Что такое 3.5? Ну, маленькие наушники. А, ну да, и ему будем подключать теперь небольшие наушники, которые мы, возможно, купили, тебе блин, тоже. Потратились очень много денег, да не важно. Будут такие маленькие, которые... Мы потом купим просто компы. Еще с микрофоном, просто они... А может быть, рабочие наушники, которые у меня сработали? Тоже не очень маленькие. Но они не так сильно, мне кажется, энергию едят. Извините, я из-за следующей ситуации устал, но мы сейчас с этой закончим. Короче, пока вот так вот будем, а там уже, когда у нас будет 100 миллионов благодаря вашим донатам, мы купим хорошие компы себе. Вот, и будем... Ну, короче, вот. И какая? Третья это новость, ага. Четвертая? Неважно. Какая-то еще новость? А как это все преподнести? Что у нас просто появилась квартира? Да. Мы переезжаем. У нас квартира своя появилась, поэтому там нужно сделать огромнейший ремонт, чтобы туда хотя бы хоть как-то заехать. И поэтому мы сейчас полностью заняты ей. Хотя, что там, второй день ремонта? Но, мы занимались. Я думаю, что вы это видео смотрите, но уже шорты на канале будут. Саша будет каждый раз, каждый день, когда у нас ремонт, будет снимать, показывать там какие-нибудь моментики. Что-нибудь, может быть, вы подскажете, потому что мы вообще не знаем, что, как делать. Мы просто будем вместе с вами все узнавать и на ошибках учиться, конечно. Нам просто дали убитую хату. Да, можно сказать, приобрели мы убитую хату. Там обои нужно все клеить, пол в двух комнатах менять. Ванну, ну короче. Ванна вообще. А розетки какие-то, кошмар просто.
там две розетки, а нет, как, две розетки сломаны, а еще в ванную розетка при... Она не полностью там сделана, она протянута, протянут удлинитель, который находится на кухне, и, короче, чтобы работала розетка на ванной, нужно включить удлинитель на кухне. А там сам тоже там удлинитель, и, короче, там все запутано. И сейчас Коля интересную забавную историю расскажет по поводу того, как мы искали электрика. А, ну это вообще, это шок. Я пытался найти электрика, чтобы эти розетки починить. И прикиньте, половина электриков... Ну, кто-то говорит, просто занят, но некоторые пишут, что я ради таких мелочей выезжать не буду. Прикиньте? Ну, типа, чуваки зарабатывают деньги, но они не будут выезжать, потому что это всего лишь две розетки, там, 2000. Я ему написал, говорю, ну, надеюсь, что к тебе тоже так служба будет приезжать, но не будет приезжать. Типа, mm-hmm. всего лишь один, ну, насрать. А еще он одному написал, что, ну, когда мы будем делать коллайдер, ну, я тебя обязательно позову. Ну, просто офигеть, они зажратые. Ну, ты... это просто, это очень обидно, потому что у нас нет розеток практически на кухне. У нас есть две розетки, которые очень далеко от кухонного гарнитура находятся. И тянуть вот это вот... Удлинитель прям до кухонного гарнитура, это будет очень, ну, это плюс одну розетку мы займем здесь, и как-то протянуть это тоже будет не камильфо как-то. И тем более холодильник, плита, и плюс, что еще? Чайник электрический. Ну, там все нужно подключить. Короче, Саша там покажет потом вам в шорцах. Что мы за 2 дня успели, это мы все ненужные старые, все, весь хлам выгребли, там очень балкон был жесткий, да. Вот, даже звали девайса нашего любимого, он помогал нам сегодня. Вот, мы все говно вытащили и даже немножко подрали там обои. Огромное ему спасибо. Да. Вот. Ну, в общем, кто хочет помочь нам с ремонтом, вот это с компьютериками, донатик, ну, напишите в личку, я вам номер карты скину. Ну и четвертое такое, оно вроде параллельно, не параллельно, мы готовимся к фестивалю, которого будет 10 августа. Кстати, да, блин, все навалилось, блин. У нас вообще очень этот квартал загруженный. Да, вот вообще, вот это удивляет на самом деле, потому что просто по щелчку пальчиков у нас все вот так вот накатилось, и это, с одной стороны, очень интересно, потому что у нас практически вся жизнь была скучная, и мы просто тупо сидели дома и играли в компьютер, да? А тут прям все вот так вот. И ты уже даже забываешь, что ты вчера ел или вообще, в принципе, мылся. Можете написать в чате, что я так зеваю. Я почти сегодня погиб там, выгребая. Вы не представляете, да, сколько там на балконе было. Они очень много мусора вынесли. Я как будто бы квартиры 4 вынес там с одной квартиры. Вот. Там 2 тумбочки просто были в хлам разбиты, и это даже нельзя перепродать или кому-то отдать, они просто все в дырках каких-то, не открываются никакие комоды, это ужас. Вот. Ну, в общем, будет выкладываться шорцы, Фокса будет обязательно в шорцах задавать вопрос, типа, как вы считаете, как эту стенку сделать, пишите обязательно в комментариях. Как только мы немножко... Ну, устаканимся, начнем какие-то стримы делать. Сейчас вот хотя бы Type-C мышку намутим мне. И начнем, наверное, чуть-чуть иногда играть, хотя бы раз в неделю. Мы вообще не играли сколько? Ну, все это время, месяц. Пока мы не в сети, мы да, это вообще... Да, мы вообще не играли. Мы один раз играли в какой-то день моей сессии. И заняли первое место в новом сезоне. Я получила зонтик. Вот так вот. Какие у нас дела, ребята? Поэтому стримов нет из-за того, что у нас вот такое все происходит. Ну, такое, ё-моё. Вот. Так, конечно же, опять же напомним, что все, кто хочет поучаствовать в передаче нашей шоу «Аф-вопрос», опять же, с пометкой «Нужно быть лицом в камеру», а не как Максим, который можно и аватарку поставлю. Вот, мы не отменяем. Если есть предложение, пишите, напишем сценарий, придумаем, снимем. Да. Вот, но пока мы немножко такие, ну, пассивные будем. Не забывайте про нас, лайки, комментарии, ребят, пишите. Да.
Мы, наверное, сделаем какой-нибудь стрим на ремонт, будем собирать. Актив, конечно, у нас жестко упал. Вообще, да? Yeah. У нас там, по-моему, было 2000 просмотров в день, а сейчас вообще упал до 1000. Чё вообще? Давай сейчас посмотрим, что пишет. Одну секунду, ребята. 1000, да, вот просмотров. 1000 просмотров, да. Но мы уже давно просто не выкладываем. Спасибо, видео, кстати, да, за 3719 подписчиков. Это вообще, да, кайф. 11 лайков на последнем. Вообще, вообще, вся вот. Не забывайте про нас. Мы, ну, будем стримить, только сейчас у нас все устаканится, все, мы переедем успешно, и тогда все вернется на так, как было раньше. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!